Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я отвечу на один из самых таких, для кого-то важных вопросов, а для кого-то просто интересно, вам очень интересно, да и мне самой немножко интересно, сколько я зарабатываю на YouTube. И вообще зарабатываю я, и куда эти деньги трачу. Я от вас не скрою, вы для меня самые-самые родные люди. Да? Поэтому, знаете, как жадные есть мужики, такие муж, он требует отчета у жены за каждую копейку. Теперь у меня получается эта вся масса людей просто через одного спрашивают, а сколько это она выпустила, одно видео, другое видео, это все для того, чтобы деньги, мани, мои карманы пустые, или набитые мои карманы. Пора ли делиться уже? Есть же такой муж, лучше бы он не давал эти деньги. Поэтому я говорю, нужно быть самостоятельной. Вот сама заработала, да? Это мое. И больше никого не касается. А тут немножко вопрос сложный. Существуют электронные деньги. Их нельзя ни пощупать, ни увидеть. Особенно таким, как я. И многим таким. Вы не думайте, что эти бабки такие умные. Ничего подобного. А бабки. Бабки, это тоже мани-мани. Бабки. Видите, как слова хорошие. Я даже аж зауважала. Бабушка. Звучит, так это сразу обогащает душу. Так много я их получаю или мало? И что я уже купила за них? Сколько квартир, сколько машин? Сколько я там колбас накупила? Сколько бутылок пива выпила, шампанского? В каких ресторанах я побывала? Слушай, я, конечно, этим не умею пользоваться. Користуватися на українському мові, пользоваться не умею. Я даже за квартиру не заплачу. Но многі вже за квартиру платят, там что-то еще какие-то услуги, билеты покупают через компьютер. Я все еще темный сижу в темнице, ничего не понимаю, ничего не знаю. Так вот, значит, есть эти электронные деньги, да, пишут, есть какие-то веб-мани, опять мани, значит, какие-то такие сайты, или как-то по-другому они называются. Но я хочу кого-то обрадовать и кого-то огорчить. Вот в течение года, да, есть такое постановление или указ. То есть на Украине этот номер не проходит. Это все закрыто, все заблокировано. То есть теоретически эти деньги есть, а практически... То есть оно и так это витало, знаете, это такая... Это, я говорю, такая труба. Это труба такая, которая... куча молекул, куча атомов, которые мы не видим, не ощущаем. Вот так точно этот интернет, этот YouTube, да, который приносит громаднейшие деньги, большие деньги. Вот так это все, мне кажется... Где-то осуществимо? Скажите, как их можно получить? Я не знаю. В общем, ответ на сегодняшний день. Хотите, верьте, хотите, нет. Я эти мани еще не бачила и так это не считала. Вот если я их получу, сказали, через 3 года это все наладится, и мы сможем получить эти деньги. Вот если я их получу, я сделаю... Видео, громаднейшее такое видео. Ну и, конечно, будем делиться, да? Все, я ответила на все ваши вопросы. Так это плохо или хорошо, поверили вы мне, не поверили. Но пока мани-мани пусто в моем кармане.